В республике начата вакцинация против гриппа. Поступило около 90 тысяч доз взрослой вакцины. Они распределены по всем районам. Поступление детской вакцины ожидается в ближайшие дни. Как сообщают эпидемиологи, оптимальным временем для прививки является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после прививки сформировался до начала подъема заболеваемости гриппом. В состав вакцин входят штаммы вирусов гриппа А и Б. Вакцина «Савигрипп» входит в прививочный календарь, ставится всем желающим бесплатно и поступает по федеральной программе в регионы Российской Федерации. В настоящее время во всех районах медицинской организации имеются вакцины против гриппа и активно начата работа. В первую очередь, конечно, поддержат лица из группы риска. Это у нас школьники, это у нас дети, посещающие детские дошкольные учреждения, это работники образования медицинской организации, беременные женщины и лица, часто болеющие старшего возраста.